Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается зеленый 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. Мы взяли бамбук и возвращаемся к себе, к новому домику. Нам осталось прожить 10 дней. Будем проживать уже там, наше здравомыслие практически поднялось на 100%. Туземцы приходят, а везде. Они реально уже со всех щелей идут. И берите вкусняшки, берите бабушкины пирожки, наше выживание продолжается. Мы выдвигаемся к себе, к новому домику. Берем бананы. 3 банана у нас будет, или даже 4. С утреца бананчики зайдут очень хорошо. Все, бегом, бегом домой. На бегу мы кушаем бананы. Съесть. Съесть. 2 куска мяса у нас жареных есть. Это здорово. Мы взяли бамбук, чтобы сделать уже большой фильтр для воды именно на новом месте. Мы идем сейчас через... Погоди, нам нужно идти, наверное, вон в ту сторону. Или в ту сторону. Вон в той стороне находится ягуар, и там находится круглое озеро. А чуть левее круглого озера, по карте, я помню, находится кокаиновая плантация. За кокаиновой плантацией находится обрыв, который мы спрыгаем вниз и попадаем к себе домой. Только такой путь, я помню. Ну, пойдем так. Пойдем так. Можно, в принципе, по другому пути, но тот путь будет гораздо дольше. Мы идем так. Мы взяли с собой удочку. Будем там рыбачить. Да-да-да, там будет рыбалочка. Ну что, читай твои комменты, мне очень все интересно. Как твои делишки, как твои настроения? Как тебе выживание по зеленому аду? Так, неизвестный плодик мы возьмем. Один мы скушаем. Будут туземцы, будет кто-то. Мы, конечно, их убьем. Идем пока что по краешку. Заберем веревочку. Пригодится. 2 куска мяса у нас есть. Кокаиновая плантация находится где-то слева от меня сейчас. Сразу за поворотом должно быть. О, здравствуй. А вот она, кстати. Вот кокаиновая плантация. А на месте. Тут бывает леопарды. Она тут-то. А где находятся те самые здания? Погоди, я заберу вот это. Пригодится. Здесь у нас какой-то обрыв вниз. Красотень. Кто рычит? А, мне нужно идти вон в ту сторону, кстати. Да-да, я вспомнил. Это спускаясь вниз. Оттуда я пришел, но я пойду другим путем. Смотри, как хорошо я пришел, да? Пойдем-ка поверху, там будет у нас какой-то обрыв. И падаем в этот обрыв, мы попадаем к себе домой. То есть, понимаешь, довольно близко. Нужно аккуратно спрыгнуть с обрыва. А возможно, что-то я перепутал. Надо понять, что и как, и где. Я не так свернул. О, погоди, это же здание. Вон здание. Как и на плантации, и я пришел к зданию.
А я пришел не сюда, походу. Обалдеть, я заблужу сейчас. Меня сейчас убьют. Так, ну пойдем, пока идется, мы должны идти. Кабанчики бегают. Здорово. Так, это точно те самые постройки, которые я думаю. Ну да. Ух. Куда дальше двигать? Я не помню, черт возьми. Я реально что-то не помню, дорогие друзья. Сейчас мы вспомним. У меня довольно мало энергии. Пойдем в ту сторону. А? Пойдем в ту сторону. Я не знаю, куда я иду, но знаешь, а мы путешествуем в джунглях Амазонии 90 дней. Здесь все одинаково. А здесь нормально можно выживать. Более-менее. Где-то обустроиться. А вот двигаться в джунгли, когда у тебя довольно мало мяса, здесь какой-то красивый водопадик. Нужно подняться наверх и проверить, что у нас там. Какая-то поляна. Не очень она симпатична. Не, пойдем наверх. Куда иду, я сам не знаю, но я хочу, наверное, съесть кусок мяса. Поднять себе энергию, поднять себе маленькую мотивацию, чтобы двигаться дальше и не останавливаться. Обалдеть, куда иду я? Тут можно ходить кругами, часами, понимаешь? О, тот самый обрыв, о котором я тебе говорю, вот, да. Аккуратненько спускаемся вниз, и я уже дома практически. Вот здесь меня кусала змеюка на той стороне. Кажется, в прошлом ролике, когда мы... Да-да, погоди, я хочу крабика. Дайте крабик. Я из него еще, кстати, ничего не добывал. Ой, погоди, а как его? Съесть крабика. Тушка. А давай-ка скушаем. Disgusting. Ой, пищевое отравление. Ребята писали в комментариях, что когда пищевое отравление, нужно пить много воды. А давай проверим. Давай проверим. У нас есть чистая вода. Выпить. Все выпили. Ну, как-то не очень. И прошло, мне кажется, пищевое. Мы только обрыгались и все. Но я еще попробую выпить воды. Ой, змеюка. Вот то самое место, где меня кусала змеюка. Опять вот змеюка. Я ее не вижу, правда. Где-то так сидит. Так, я вернулся домой довольно быстро. Но я потому что спрыгнул вниз. А отсюда я уже бежал за бамбуком довольно долго. Так, ну я вернулся довольно быстренько. Я пришел к себе домой, и мясо я тут что-то не вижу. А где мое мясо? Побежали мы домой. Здесь уже змеюк нет, пауков здесь нету. Бывает только туземцы, леопарда. А, какой ты маленький. И я вернулся домой, печечка еще пыхтит. Смотри-ка, печка пыхтит еще. Она только начала пыхтеть. Видишь, я перезашел, наверное, в другую локацию, и эта локация не работала. А хорошо, мы пьем воду, потому что ребята писали, пей много воды. Я сейчас напьюсь воды, смотри. Я сейчас реально напьюсь воды. Проходит, а? Или не проходит? Ну, пока не блевал. Смотри, реально, пока не блевал, пока нормально. Да что-то не очень. Ну, хотя бы не... Ой, блеванул. Блеванул. Да нет, она проходит сам по себе, походу. Так, у меня появились пиявочки. Сейчас мы закончим фильтр для воды. Идет дождь, и он наберется полностью. Да уйдет. Пока есть не будем. Мне очень фигово. Одевай броник. У меня еще один железный броник остался. Мясо наше сушится очень долго. Дома мы уже можем сделать костер новый. Давай-ка делать. Мне нужно, наверное, поспать. Все-таки идея. Не спать 10 дней очень плохая. Потому что нужно реально много мяса. Так, есть мяско, кстати. А мясо, погоди, приготовленное. Ага, съесть, подняли. Пока что бегаем, мы будем бегать. Все, древесный уголь, у меня его много. Блевануть нужно. Хорошенько. Кстати, падает жизни мои, мне нужно будет что-то съесть. А, я съел мясо. Мне фигово. Мне нужно спать, я сейчас сдохну. Пойдем проспимся. Нужно реально поспать и нужно проспаться, чтобы прошла эта блевотина. Раз, два, прошло, все, проснись. Когда мы спим, наша энергия не тратится, мы не шевелимся. Все, теперь можно теперь накушаться, съесть. Нужно все есть теперь, потому что я очень сильно проголодался. Шишки мы скушаем, мясо нужно пожарить обязательно. Ой, воды надо много воды.
поднимаем себе энергию. Сейчас пойдем мясо добывать. Две тушки мы должны добыть. И нужно ставить там гораздо больше ловушек, мне кажется. Да-да, нужно ставить больше ловушек там, чтобы мяса всегда было там много. Так, мне осталось камни. Мелкие камушки и большие камни. У, камней тут сколько. Пруд вроде камней. Так, 8 мелких камней. Тут остались крупные. Я их не буду разламывать. Я просто пойду сейчас в лес, в джунгли и добуду эти камни. Мелкие камушки, палки добудем. Как раз и палки добудем. О, длинная палка есть. Нам осталось прожить 10 дней. Ну, как тебе? Как тебе выживание? Нам осталось реально 10 дней. И уже много кого я уничтожил. Много туземцев. Было иногда сложно. Было иногда реально адски сложно. Было весело. Нам еще 10 дней предстоит выживать. И насколько будет еще интересно, опасности мы, конечно же, узнаем. Ну, бери бананы. Здесь много. Так, нужно делать там ловушки. Понимаешь, работы очень много. Давай-ка поднимем себе энергию. Печка пыхтит. Я принес с собой, кстати. О, точно, я принес с собой же. Где камни? Я не вижу камней. Палки вижу. Палок много. Палок дофига. Камней не вижу. Сейчас пойдем разломаем большой камень и добудем мелкий камушек. Долго искать буду эти камни. Нужно выкинуть чашки, не пускай они заполняются. Да-да, я принес с собой, таскаю их, они очень тяжелые. Вот так, во-во, дело пошло. Пускай наполняются, напиваемся воды. Я уже напился. Да, мясо хочу, хочу мясо. И, кажется, хочу шишки, да? Шишки хочу. Две шишки и кусок мяса, у нас 19 часов. Так, добыть мелкие камушки. Из большого добудем. Сколько там камней будет? О, три камушка всего лишь там. Как раз, три камня и три больших, и все. И готов наш фильтр для воды. Большой. С водой теперь проблем не будет. Так, так, так. Все, чудесно. Ну, да, все. Она, по идее, заполняется. А внизу у нас чистая вода. Сверху у нас заполняется дождевой водой. Фильтруется, и все офигенно. Тут у нас чистая вода, уже можно пить, потому что идет дождевая вода. А, идем, все. Теперь мы идем делать. А делать костер нужно дома и мясо жарить. Но сперва мы пойдем-ка сделаем ловушки. Наверное, сразу 4 штуки поставим. Мы поставим, наверное, вот тут сейчас. Потому что здесь, видишь, бегают всякие, всякая дичь тут бегает. Мы сейчас поставим здесь одну ловушку. Так, ловушки, вот это. Силок. С удочкой есть силок. А есть обычный. Вот этот. Прям вот тут поставим кустиков. Вот таким макаром. А нужны бревна, кстати. Ну, деревьев, видишь, тут хватает, в принципе. Кабанчик, кабанчик. Кабанчик сидит? Кабанчик. Держи кабанчик. Прям в шейку попал. Готов. Кабанчик. Кстати, нужно выкинуть удочку и взять копье второе. Бегай с удочкой. Она мне сейчас, по идее, не нужна. Мы потом порыбачим. У нас там есть рыбка. И нужно порыбачить, конечно же. Так, силок нужно опустить. Да, нужно опустить его. Поэтому никто у нас не ловится здесь. Все, опущено. Так, поставим сразу же, чтобы смотрелось. Как это будет смотреться? Мы поставим вот здесь, с этой стороны. Ну и поставим третий где-нибудь вот тут. Где будет белый. О, белый. Вот так сделаем. Три штучки. Деревья вон там есть. Можно рубить, ставить без проблем. Шишки есть. Тут нет змей, тут нет пауков. Реально здорово. Тут есть и леопарды, есть туземцы. Это тоже прикольно. Выживать-то. Бежим домой. Выкидываем удочку, берем копье и делаем наши приманки. Мне нужно сейчас, по идее, сделать еще костер. Так, костер, костер. Пойдем-ка. А, мне нужно мелкие добыть. Печка пыхтит, все хорошо, 6. Мелкие бери. Пойдем делать. И мне нужно мясо жарить. Потому что я хочу все-таки, чтобы была у меня бессонница и проверить, насколько это безопасно или опасно. Так, выпить, выпить, выпить всю воду.
Тут у нас уже и собирается вода. О, да-да-да, много воды собирается. Дожди идут постоянно. Он не прекращается. Так, уже стоит костер. Только нужно накидать и зажечь. Что, не хватает одной палки? Ой, бамбук у нас. 3 штуки мешается. Бамбук выкинем вот сюда. Кстати, шишки упали. Пойдем-ка подберем. Шишки, шишки мы подобрали. Так, а 3 палки нужно взять. Да, не мелкие, мне нужны большие палки. Так, готово. И... сухая трава у нас вроде была. Да, есть сухая трава. Так, нужно срочно есть мясо. Потому что уже энергии у нас мало. О, кое-как. Кое-как я добыл. Все. А теперь мы кидаем мясо, пускай оно жарится. 4 плиты у нас есть. Это здорово. Так, кости. Кости выкинем сюда. Пойдем делать... Погоди, у нас мясо, в принципе, быстро готовится. Ну да, довольно быстро. Можно добыть длинные палки и сделать стенку. Хотя, знаешь, длинные палки еще пригодятся. Ну, в лесу их много. Принесу... Так, бегать не могу, потому что энергии нам не хватает. Нужно срочно съесть мясо. Так, шишки, бананы, у меня все есть. А я, в принципе, хочу, да, мясо хочу. Шишки слушаем. И, кстати, по рыбалке. По рыбалке. Что у нас по рыбалке? Нужно выкинуть удочку, взять копье второе. Так, второе копье. А, у меня есть. А второе копье. Мне нужна удочка. Это вернуть. Мясо! Мне нужно срочно мясо. Мясо еще готовится. Погоди. Так, постоим возле костра. Подаем здравомыслие и... мясо практически готово. Спать я не хочу, потому что еще рано спать. И хочу строиться. Строиться. День и ночь хочу строиться. Так, а мясо взял. Давай-ка скушаем его сразу же. О, подняли все. Все, можно жить дальше. Так, это мясо сейчас заберем. Его тоже можно скушать. Нужно еще один кусок мяса или 2 куска мяса. Поднимается здравомыслие. Уже практически 100% поднялось. Или даже уже 100%. Буквально там 80 или 90%. Печка пыхтит. Сделаем еще, конечно же, трубу. И можно обжигать железо. А нужно бегать, конечно, по пещерам и искать там железо. Туземцы, вы где? Я вас всех убил, походу. Везде выселил вас. Вас уже нигде нету. Я хочу съесть паука. О, бананы. Я ел скорпиона. Ел человечину. Я еще не ел паука. Где паук? О, паук бразильский. Бразильский паучок. Я его заберу. Кстати, можно поднять ту мордушку. И еще кто-то попадется. Так, паучок у нас есть. У меня опять темнеет в глазах, потому что я голодный. Сейчас нужно съесть все это мясо и снова идти на охоту. Так, все, мне нужно еще мясо. Съесть. Подняли энергию, все опупенно. Чистая водичка, а ее выпить. Ну что, можно съесть теперь паука. В принципе, все 100%, будет блевотина, а мне плевать. Тушка паука бразильского. 23 часа его можно? Его можно, по идее, пожарить. Нет, я хочу сырого съесть. Ой, минус 10. Здравомыслие и пищевое отравление. Аж 3 штуки. Нормально. Ну, как и положено. Как от скорпиона. Так, ну что, пить мы не будем, а есть не будем. Грибочки, кстати. Съесть грибочек. Нет, не заходит. Не заходит наш грибочек ни в какую. Все выкинул. У меня много бананов. О, блин. У меня резко все упало-то. У меня все было 100%, все на 50% упало. Пойдем. Да, бразильский у нас паучок вообще не зашел. Пойдем рубить, пойдем строить наши ловушки. Погоди, а чем я буду рубить? Мне нечем рубить. Мне нужна одна палка, кости нужна и одна веревочка. Веревка у нас есть одна. А кости, мне нужны кости.
Обалденно. Вот это я оторванулся паучком. Ну, я хотел все попробовать. Я попробовал все. Мне нужно срочно мясо. Снова мясо надо. Снова нужно идти на охоту и жарить мясо и есть. Но после уже блевотина. Сейчас будем рубить, делать помаленьку. И нужно, конечно, хедшот кинуть один. Мясо, мясо. Так, пока что не вижу. Кабанчики, вы где? Я пустил ловушку, но она не сработала. Кстати, а можно сделать другую? Ну-ка, ну-ка. Эту мы уберем. Мы поставим другую ловушку. А, есть. О, смертельная ловушка. Сразу насмерть. Вот так. Тут нужно 4 бревна, кстати. А тут нужно 2 бревна. Смекаешь? Тут гораздо больше нужно. Тут нужна длинная палка, веревка. Там, в принципе, тоже нужно. Ой, стемнело, я никого не вижу. Придется все-таки нам спать. Очень тяжело выживать и не спать. Кто это там все? Показалось. Никого здесь нет. Здесь абсолютно никого нет. Пиявки есть. На мне пиявки. Где эти засранцы засели? А, вот они. Не вижу. Погоди, погоди, я не вижу, там кусты мешаются. А, давай отойдем маленько в сторону. Так, стемнело, мне что-то не видно уже. Так, один горит, а второй горит, все чудесно. А пока все прекрасно. Пиявку нужно убрать, где там пиявка была у нас? На левой ноге. А, вон, все. Так, блевотина идет, энергии не хватает. Пойдем-ка спать, уже утром у нас костер прогорит. Личинки забрать нельзя. У нас будет много золы, и нужно дальше строить нам. У нас будет уже много глины. Так, пока идет дождь, нужно закинуть сейчас глину. У нас есть зола. Так, взять глину. И пойдем все-таки спать. Так, золы у меня нету. Еще одна блевотина у нас. Что у нас, кстати, с костром? Нужно его поддерживать. Обязательно поддерживать. У нас много уголечков. У, 19. Обалдеть. Так, закинем. Один и все. Идем спать. Ой! Кто меня укусил? Что такое? Не понял. Что произошло? Так, пойдем спать. Спим до утра. Сколько выспимся? О, в 4 ночи. Нормально. А дожди идут. Нужно помыться. Нужно покушать сейчас. Так, все, проснись и пой. А у нас мало жизни. Упало очень все сильно. Нужно напиться воды. И снова нужно все есть. У нас много бананов, кстати. Воды у нас тоже чертовски много. У-у-у, воды реально много. Смотри, сколько заполнилось. И вся чистая вода, да? Обалденно, да? Так, туземцев я не вижу. Мне нужно мясо. Мне реально нужно все. Так, бананы. Шишки есть. Съесть, съесть. А вода у нас чистая. Да вылей ее, черт. Погоди, бидон, уйди отсюда. Мне нужны шишки. 2 штуки. Шишек всегда здесь много. Хочу еще банан. Все, поднял жизни. Мне нужна только еще одна шишка и мясо. Мне осталось только мясо. Где тут мясо? Где тут продают мясо? Так, идем рубить. Что это? Листья летают. Я же испугался. Какие-то листья летают с кустов. В кусты. В другие. Так, деревья. Вон деревья. Пойдем рубить. А, сделаем смертельную ловушку. Сделаем. Кабанчики, вы где? Хрю-хрю. Походу, я всех кабанчиков уже убил. Ой, я напугал. Вот кабанчик пробежал. А, ну, почему-то не попадает. Смотри-ка. Опять опустить. Ловушка не всегда срабатывает. Так, идем рубить. Ночью идем рубить. Вот деревья. Их много. Сделаем смертельную ловушку. Чтоб, знаешь, насмерть сразу же. Тут будет бревна. Так, у нас, походу, 4 утра. Я хочу только мясо. И все, остальное у меня все есть. Что ты кричишь? Налево, направо бегает. Так. Деревья, деревья. Кабан! Так, бери толстые бревна. Пойдем делать смертельную. Сделаем, наверное, вот это еще. Ловушку. Так, нужна длинная палка. Короткие палки нужны. Все нужно. Сейчас расцветает и будет видно более-менее. И мясо мы добудем обязательно.
Не получается, конечно, сушить мясо. Так, длинные палки есть. Две штучки. Ну, будем хотя бы жарить мясо. И то сойдет. Так, веревка, веревка. Мне нужна еще веревка. Вон там веревка. Так, у нас уже 91 день выживания. 91 утро. Прекрасное утро. Дожди идут, воды у нас много. Но когда идут дожди, мне кажется, нет туземцев. Они в сухую погоду довольно активны. А в сырую погоду они сидят дома. Так, вот есть еще. Мне нужны мелкие палочки. Так, дома печка уже, кажется, прогорела. Нужно вернуться потом домой и печку снова запустить. Так, мне нужны короткие палки. Короткие. Добыть. Так, так, так. Одна, две веревки и все готово. Там веревка. О, рассвет. 91 день рассвета. Так, готово. Все, у нас есть две ловушки. Нужно ставить, конечно же, приманку. А кабанчики бегают. Бананчики кинем. Они все равно скоро испортятся. Один день, в принципе. Нормально. Бананов у нас много. Нужно сделать еще смертельную ловушку. Четыре бревна надо. Этому. О, есть бревно. О, второе бревно есть. Еще два бревна. Так, нужно еще короткие палочки. Нужно еще и веревки. Нужно вернуться домой и глянуть, как у нас там дома. Потому что прибегают туземцы и начинают ломать наши постройки. А, ну, в принципе, вижу, дым идет, значит, все нормально. Так, пиявка появилась. Пиявку мы сейчас уберем. Упал не в ту сторону, неудобно. Так, нет никого. Все, все нормально, здравомыслие подняли, чудесно все. Так, мне нужно два бревна, а длинная палка, две штуки здесь есть. Мне нужно два, о, второе бревно есть. Так, 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 а палочки, палочки, еще одна палка нужна. И принесем длинные палки. Так, нужны короткие. Деревьев реально тут много. Почему здесь и решил остаться? Есть из чего построить. Так, длинные палки я все забрал здесь. Остались короткие. И будут у нас три ловушки. Одна смертельная и две наживца. Так, веревка, веревка. Так, так, еще три веревки и все. Так, длинная палка. О, тут еще есть. Отнесем, наверное, туда. Там пригодится. Это дело. Вот здесь пригодится. Так, мне нужна веревка. Здесь как раз валяется веревка. Три штучки и готова наша ловушка. Но мяса у меня еще нет. Я хочу мясо, понимаешь? Ради чего я все это делал? Так, веревку я добыл. Три веревки и готово. Все готово. Три ловушки. Ну что, поляна смерти. А, готово. Возвращаемся обратно. Возвращаемся. Будем делать выше. Ну я хочу мясо. Мяса пока еще нет. Нифига. Так, длинные палки есть еще. Тут нужно, по идее, всего лишь одна длинная палка. Заберу я две. Одну оставлю. Так, возвращаемся домой. У нас печка уже все. Пропыхтело. А длинные палки мне нужны на стены. Нужно вот на эту длинную палку. Давай ставить эту. Все, нужно кирпичика. А остальное закинем сюда. Так, наш костер горит. Нужно его поддерживать. Печка пропыхтела. Нужны дрова.
Сушилка нифига не рабочая. Вообще. А воды много, а глины много, нужно перемешать. Новые кирпичики. Дожди идут. Это прекрасно, это жизнь. Вода — это жизнь. Так, сделаем еще ловушку одну. И можно ждать мяса. Так, ну-ка, ну-ка. Три куска мяса, смотри, как обалдеть. Вот это охота. Вот это реально охота, да? Забираем все три. Так, мы заберем сперва вот эти два. Поросята. Все, один готов. Три штуки сразу. Кинули два бананчика, и третья была смертельно. Обалдеть, мы охотник, понимаешь, да? Чем попахивает? Много мяса будет у нас. Жалко, конечно, рубить животных. Но это виртуальные животные, их можно. Но я уверен, ты ешь мясо. Поэтому все равно убивает животных. Ради тебя. О, погоди. Я даже ходить не могу. Так, опускай ловушку. Пойдем домой. Скинуть нужно все. Потом вернемся за третьей тушкой. Здесь никуда она не исчезнет. О, можно, знаешь, тут сделать. Тут сделать домик. И там жарить мясо. А нет, конечно, наверное. Все будет в одном месте у нас. Не будем то там, то сям делать. Ну, тяжело ходится. Что можно выкинуть? 51 килограмм. Много дров. Бананы. Я их съем. Ну, не всем. Воды у нас нет. О, гораздо проще. Так, воды, мясо, шишки нужны еще. Так, бежим, нормально. Бегать можно. Три ловушки, и здесь будет еще одна, можно поймать броненосца здесь. Здесь, конечно, он... Его можно поймать, такого маленького. Гаденыша. Так, паук уже не влазит. Палки выкидываем, мясо сейчас пожарим и накушаемся. Так, ну что, открываем. Так, забирай зову оттуда. Что, места не хватает? Взять все. Все, забрали. Зову нужно выкинуть оттуда. Выкидываем. Смело. О, и закидываем новые дрова. Как раз освободим местечко у себя. О, смотри, десяток и практически 50% мы забили. Еще мелкими забить, 50% забили. Так, побежали мы мясо скидывать. Мясо мое сушится вообще, наверное, 10 дней уже. Очень долго сушится. Так, и мяско мы принесли. 4 куска мяса. Ой, какие 4? О, у нас 6 кусков мяса будет. Все. Костей. Целая гора костей. Ты посмотри, сколько у нас костей. Туземцы, животные. Много перьев. Дрова тут есть, на всякий случай. И бамбуковые палочки, что тут редкость. Ну, в этом радиусе проживания. Очень редкость. Так, пить воду. Напиться воды. Еще воды. Нужно сбегать за шишками и сбегать за бананами. Ну, мясо готовится довольно быстро. Бегать не будем, потому что потом мы потеряем. Ой, грибочки. Есть. Ой, минус паразит. Углеводы 5. Ну, это не то, это не серьезно. Кстати, панцирь черепашки я заберу с собой и поставлю туда. Наберем фляжку. Фляжку. Вот так. Все, чистая вода. И можно сделать супчик. Так, бежим. А что у нас? Мясо практически приготовилось. Эти чашечки мы скинем здесь, пускай они валяются. У нас воды и так очень много. Чашки пригодятся, чтобы сварить нам супчики. Где туземцы? 91 день выживания. Туземцев не видно. Но они есть. Мы уже убедились в этом. Ну что, друзья, будем уже заканчивать. Уже увидимся в новых роликах по зеленому аду. А спасибо, что досмотрели, что болеете за меня. Лайкосики, огромное спасибо. Комментарии ваши прибольшое спасибо. И уже увидимся с вами в новом выживании по зеленым адам. Всем спасибо и всем пока.